Приветствую вас, друзья мои, подписчики и гости канала. В прошлом видео я рассказывал, как дойти до лампочки отопителя. Вот и все. Достаем эту панель. Ну вот. Но, к сожалению, все у нас на диодах. В прошлый раз мы с вами дошли до диодов. В этот раз мы попытаемся дойти до лампочки. Итак, поехали! А это весь инструмент, который мне понадобился. Это Т20 ключик. Зубочистка, пассатижи, ключ Т20 и маленький ножик. Для начала также снимаем вот этот вот ящичек. Он просто выдвигается на себя вот таким вот макаром. Дальше нужно снять вот эту нижнюю панель. Мы это сделаем при помощи ножика. Она у нас на трех клипсах. Далее нам нужно освободить вот эти винты, вот этот и этот. Итак, используя Т20 ключ, звездочку, откручиваем. Два самореза. Далее отжимаем вот этот крепеж и подаем панель назад. Все, освободили. Сейчас нам нужно освободить вот эти вот, вот этот крепеж. В прошлый раз мы это делали при помощи ножа. Будьте осторожны и аккуратны, и лучше всего подцеплять его вот с этой стороны. А далее, чтобы он не захлопывался снова, я в прошлый раз использовал кусочек зубочистки. Нужно делать это аккуратно, чтобы не сломать клипсу. Все, мы освободили декоративную панель, вытащили ее. Вот так вот она выглядит. Дальше снимаем вот эту вот, вот эти очки. Это тоже откладываем, чтобы не потерялось. Желательно положить так же, как сняли, то есть вот этим верхом. И вот они, эти лампочки. Сейчас мы включим зажигание. Так, вот это загорелось, это у меня проблемное. Выключаем зажигание. Плоскогубцами аккуратно вытаскиваем ее. Обойму снимать не надо. Купил лампочки. Итак, друзья, я приобрел лампочки. Лампочки обошлись мне 30 рублей за две штуки. Ну что, приступим к испытаниям.
Вся душа моя пылает, вся душа моя горит. Все отлично. Ну а теперь все точно так же мы собираем. Устанавливаем панель. Так, проверяем, все ли у нас правильно. Так, отлично. Сначала верхнюю часть, потом вставляем нижнюю, защелкиваем ее. Закрываем декоративной накладкой на трех клипсах. Ну вот и все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рад новым знакомствам. Пишите комментарии. Мне всегда очень интересно. Я их всегда читаю. И до новых встреч. Пока.